Так, господа. Спортмастер, спортмастер. Бесит эта песня. Спортмастере, которая. Так, что я купил в спортмастере? 599 рублей. А это значит штанишечки. Колготочки мужские, так скажем. 44 по 46 должны быть в обтяжку. Я их, кстати, в магазине мерил. Тут будет фотография, как я их мерил. Так. Ух ты. Фирма Глиссад. Ну, был уже обзор на это дело. Только то была как футболка. Длинными рукавами такая. Ой, сколько здесь всего. Это что-то типа туалетной бумаги, наверное. Если на голое тело носить, заодно и можно это, так сказать, поддерживать чистоту, гигиену. Конечно, есть какие-то странности. Ну, то есть надо какое-то себе немножко перебороть. Потому что это действительно похоже на какие-то, не знаю, на что-то женское. Но это, в принципе, это просто обтягивающие ретузы для мужчины. В них очень тепло. Они отводят влагу, вроде как в них можно заниматься. Ну, я попробую в них походить, погулять. Одену какие-нибудь потоньше джинсы и в них погуляю по городу. Сейчас уже прохладно. Можно будет их так вот испытать, на что они способны. Вообще зимой, когда много бегаешь, получается так, что тебе с одной стороны жарко, с другой стороны холодно. То есть вроде как не надо одевать трико, но с другой стороны надо одевать трико под джинсы. Короче говоря, издевательство сплошное. Ну, в общем, посмотрим. Они вообще-то теплые сами по себе. Вот. Поэтому все должно быть нормально. Проблем не должно быть. Дальше. Купил такую шапку. Здесь полипропилен и 100% акрил. Не знаю, как 100% акрил и 100% полипропилен сделано в России. Так. Виндстоппер. Вот она как устроена. Пока не носил, но когда примерял, вроде такая тепленькая. Здесь какая-то вот что-то такое шуршащее. Как будто забыли что-то вынуть из нее. Так. Еще тут такое все. А. Смотрится неплохо. Мне нужна вот именно черная шапка. Я еще смотрел Коламби. Две прикольные Коламби. Прям хотелось купить. Они даже дешевле. Но мне нужна черная шапка. С черным этим самым полуплащ, что ли, называется. Короткий такой теплый плащ. Как бы, не знаю, как это называется. Это одежда. И с ней как-то не было никакой нормальной шапки. А без шапки ходить я не люблю, мне холодно. И ненавижу, когда голове холодно. Да, есть такие мужики, которые ходят без шапки круглый год. Я вот не могу. Мне как становится холодно, мне сразу в шапку надо одеть по-любому. Плевать на моду, плевать на все. Шапку и все тут. Вот. Ну и вот такая вот у нее этикеточка. Типа Швеция. Каким-то, не знаю, как-то переспала с этой шапкой Швеция, не знаю, каким образом. Лежала, наверное, рядом на складе. Ну, не знаю, в общем, Швеция. Бесплатный пакет. Все это стоит у нас. То есть у нас продавец нету. Любезные продавцы, спортмастер, это мне нравится. Пожалуй, самые такие нормальные продавцы. Это в спортмастере у нас. В других магазинах
Бывает по-разному. Ну, вот как-то в спортмастере они как-то вот сдерживаются все. Вот такие какие-то они такие нормальные, спокойные, отзывчивые. Часто появляются, когда надо. Когда не надо, отваливают. В общем, впервые сейчас задумался. Интересно. Спортмастеры действительно нормальные такие продавцы. Значит, что-то у нас тут стоит 1144. Это, наверное, шапка. 299. Мне еще скидку дали 70 рублей. Накопительная там какая-то. 300 рублей. Это у нас футболка. Про нее сейчас отдельно поговорим. И, значит, что еще? 600 рублей. 600 рублей это штаны, соответственно. Вот. Ну, еще 35 рублей. Это там батончик. А, кальсоны. Кальсоны мужские. Все нормально. Кальсоны мужские. Всегда носили мужчины. Батончик манго из лаки. Ну, так хотелось есть. Чего-нибудь быстренько закинуть. Деньжуль, конечно, потратил. Так, ну что. Почему... Скажи ко мне, пожалуйста, вот эти футболки. Да, Demix это не бренд, это шляпа. Но футболки вот эти, которые там лежат по 300 рублей, их никто не берет. Может быть, боятся, что ты пойдешь по городу, у тебя будет написано Demix. Я тебе скажу, что футболки приотличнейшие. Единственное, что у них с размерами какая-то... Какой-то конфуз у них с размерами, в общем. Тут написано 44-46, это самый маленький из взрослых. Раньше были еще детские. Я брал самые большие из детских, и они выглядели на мне просто великолепно. В принципе, выглядели, то есть, если ты берешь размера на 3 и на 4 меньше футболку, она тебе получается вроде как в обтяжку, но потом еще чуть-чуть растянется со временем. Она вот такая вот, смотри-ка, она прям такая подрезиненная. Раньше у них были более такие хлопковые. Вот эти вот уже пошли сейчас подрезиненные. Надо ими просто затариваться на будущее, потому что неизвестно, что будет завтра. Посмотри, чем она хуже всяких там Найков, которые по 2-3 тысячи продают. Ни одного кривого шва. Такая вот она подрезиненная. Если фигура у тебя не совсем кошмар, ну там ты не беременный мужик, да, то ну, хоть немножко занимаешься, хоть немножко фигуристый, она это все подчеркнет. Она, если, ну, я говорил, что брал вообще детские размеры, и они прям в облипку. Ну, это спортивная тема, футболка в облипку, это нормально. Просто используешь такой лайфхак. Синяя у меня такая есть. Цвет великолепный, такой синий, прямо такой весь. И вот если не эта надпись Demix, то прямо можно смело на ней писать какой-нибудь Nike, Rita, то есть Puma, Kappa, там, я не знаю, кто там еще популярен. Что угодно напиши, прокатит. Это не купленный на рынке Абибос. Все швы точно такие же, как на дорогих футболках. Смотри, как называется оверлок, да? Вот эти швы. Не прикопаешься. Все, нигде ничего не торчит. Конечно, этого никто не видит. В принципе, можно, да, что там на рынке купить, пусть отсюда что-то торчит. Никто этого не видит, кроме тебя. Но, когда на тебе нормальная вещь, мне кажется... Ты просто уверен в себе и все. И плевать, что там не видно. Ну и потом хорошую вещь ее всегда видно. Что бы тебе там ни казалось. В зеркале ты себя не видишь, это неправда. То, что ты видишь в зеркале, это всегда ложь. Сфотографируй себя. Вот там будет что-то похожее на правду. Вот. Что-то я так много говорю, но просто накипело. Или наболело. В общем, ребята, футболки вот эти берите, девчонки тоже берите, женские есть такие, мужские.
В детских черных нету. Белых, по-моему, тоже нету. Белый надо посмотреть, тоже взять. Белые нравятся мне тоже, футболки, но они быстро пачкаются. Ну, белые футболки, они для чего нужны? Одеваю что-то черное, под черное надо одеть что-то белое. Это смотрится как так? Нормально. Вот. Соответственно, белая футболка должна быть в хозяйстве. Как бы там не было. Но это вообще, вот, я, честно говоря, брал, я думал, что это будет... Что-то такое чистый хлопок, а это такое что-то не чистый хлопок, это какое-то такое резиновое. Да, вот это вот можно вообще брать конкретно поменьше размером. Конкретно поменьше размером. И что у нас тут? 100% полиэстер. Видно, нет? Я на мобильник сейчас снимаю. Мобильник снимает лучше, чем вот эта камера. С мобильником идет рассинхрон. С микрофонами у меня вообще завал. Все попереломалось, ничего не работает. Поэтому сейчас вот пишу, звук пишу на эту хрень. Не знаю, что получится. А на телефон пишу тоже звук. Соответственно, там посмотрим. Будет рассинхрон, не будет. Придется две дорожки связывать. Короче говоря, встрял. Не знаю, как блогом заниматься, когда у тебя такие проблемы со звуком, что вообще никуда. Вот, в принципе, наверное, все. Что-то хотел еще сказать, но все забыл. Давай на этом, наверное, прощаться. Прощаться будем. Давай, покедушки. Спортмастер рулит. Спортмастер молодец. Других не знаем. Все. Пока. 2000 потрачено. Эх.